Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И в этом ролике я буду показывать свой метод привлечения партнеров на разные проекты. Постараюсь ролик снять максимально сжатым, объяснить все свои действия схематично. И если у кого-то возникнет желание и какие-нибудь вопросы, могут вот в Facebook написать, вот мой адрес ВКонтакте, в Google Плюсе, или прямо в комментариях задавать уточняющие вопросы. Я, честно говоря, не большой гуру в этом области, так что просто показываю то, что делаю сам. И так, поехали. Ну, первым делом о соцсетях. В то время, когда появился автопостинг, так называемый, в это же время соцсети перестали быть источником набора рефералов. Почему? Потому что каждый зашел, скинул туда ссылку и ничего не читает, не смотрит в группах разных и так далее. Никто на ваши ссылки не смотрит. Тем более вот этот автопостинг, так называемый, вы там за пару центов или бесплатно запустили свою ссылку по группам. И точно так же делают и остальные. Поэтому там эффективность очень низкая. Оттуда есть смысл кого-то привлекать, если у вас действительно в том же ВКонтакте, допустим, ну, друзья настоящие, не те, что там набраны через всякие программы, а с которыми вы переписываетесь, там делитесь чем-нибудь. Это да, в таком случае можно пробовать с ними там предложить им свои проекты. А если нет, ну это бессмысленно. Поэтому на них, с ними все, про них. Самый важный источник для меня, если не по привлечению партнеров, то по работе, он очень помогает. Вот этот сайт Easy Hits for You. С него идут рефералы, идут партнеры, но самое важное тут то, что он, этот сайт, дает возможность знать того, чего нету. Допустим, вы наткнулись на какой-то проект, и когда вы серфите на этом сайте, а лично я делаю это постоянно, когда я за компьютером, вот этот сайт у меня включен в уголке, и я кликаю вот по этой капче. То есть я что-то увидел, волей-неволей как бы у тебя запечатлелось, что этого на этом сайте, это очень мощный сайт, этого здесь нету, значит, это новинка, значит, можно попробовать сюда привлечь людей. Хотя бы ради этого на этом сайте надо работать, по-моему. И я это делаю. Вот этот именно сайт, это уже вторая позиция, вот Traffic Munson. Те, кто знаком с ним, вот именно с этой рекламной страницей, помнят, что вот эта тетка все время говорила, как только открывался вот этот лендинг, и вот эта тетка начинала своим противным голосом, там хай и все такое прочее. И по многочисленным просьбам трудящихся ее убрали. Теперь можно услышать, только нажав на эту кнопку. Но это один из приемов по привлечению партнеров. То есть вы запустили сюда сайт, и когда он открывается, он начинает говорить. То есть из всего предыдущего, из того же разговора по соцсетям, про эту вот тетку, вытекает следующее. Вашу рекламную ссылку мало показать, мало распространить. Надо, чтобы ее посмотрели. Именно посмотрели. Вот это главный принцип. Вот поэтому эта тетка все время и говорила, что
ты кликнул на копчу, ушел, она тут говорит, ты вернулся, хотя бы ее выключил, но все равно ты этот сайт увидел. Вот поэтому она и говорила. Этот же прием можно применить для рекламы своего ресурса. Вот в таком вот виде, на этом же сайте или на других подобных сайтах. В качестве примера, вот у меня так на блогере был, ну и сейчас он есть, блог вот «Заработать в сети интернет». Я там начал его, этот блог делать, и так он у меня пока и остается полусырым. Вот так вот он выглядит. Сейчас я перейду на него вот посмотреть блог, и там начну сам же говорить. Вот сейчас, как только вот, допустим, я бы поставил этот блог туда в Easy Hit for You, и вот он бы вот так вот автоматически включался, и человек должен был вот, ну и так далее. Он должен был вернуться, выключить хотя бы, но все равно он бы увидел то, что, о чем я говорю, да? Ну, этот прием можно применить не обязательно вот на таком сайте с настоящим хостингом, ну и на блогере, это бесплатный блог, можно его сделать. И здесь, если, допустим, я рассказываю о чем-то, я могу рассказывать об этом, о каком-то своем проекте, чтобы сюда люди приходили. То есть рекламировать, продвигать какой-то сайт. Ну, здесь были вот Zmaster Books, на этом блоге был. Здесь уже по включению надо было посмотреть, потому что я там сразу объяснял, как. А здесь вот включил, посмотрел, тут Plutton Books. Вот где-то как-то вот так, да? Все понятно с этой позицией. То есть привлечь внимание. Привлечь внимание именно тем, чтобы его посмотрели, этот сайт. Вот на таких сайтах. Другой способ, чтобы именно посмотрели твою ссылку, это вот как пример тот же Zmaster, о нем я часто говорю, что именно там смотрят твою рекламу. Plutton Books, ну и вот Eden Traffic, да, на котором я работаю тоже. Здесь тоже для того, чтобы пройти квалификацию, надо просмотреть там три, ну вот тут меняется количество, в общем, несколько сайтов. И именно надо их смотреть. Вот когда мы включаем просмотр сайта, если мы ушли, то вот этот таймер, который вот сейчас здесь побежал, он останавливается, если мы с этого с просмотра сайта уходим. То есть на таких вот ресурсах тоже обязательно, ну не обязательно, я стараюсь по возможности именно участвовать и давать свою рекламу. Потому что вот человек хочет, не хочет, он сидит и смотрит вот этот сайт. Там 5 секунд, 3 секунды, 10 секунд. Но он смотрит твой сайт. Это про Eden Traffic, да, вот. Про Eden Books, точнее. Нет, Eden Traffic. Вот так, такие сайты. И самый-самый такой метод, который привлекает партнеров, это, конечно, канал YouTube. Его сделать нетрудно. Поверьте, это нетрудно. Это, ну, очень легко. Вот создать там картинки, позаливать и все такое, скачать ролики, как обрезать. Материалов полно, объясняющих материалов, как все это сделать. В интернете полно. Если у кого-то что-то, какие вопросы есть, как сделать то-то или то, еще раз говорю, вот можете кликнуть, написать. Все это решаемые вопросы. Теперь, как же сделать так, чтобы именно ролики просматривались? Всем понятно, что сейчас и уже очень давно люди предпочитают, ну, те, кто зарабатывает в сети, они предпочитают посмотреть. Не читать там блоги и сайты, а именно посмотреть, о чем вы, что им предлагаете.
Для примера приведу вот такой вот проект Online Media Gold. Тоже очень многие о нем слышали. И он чуть-чуть такой замороченный, да, как говорится. Ну, если посидеть там час-два, в нем можно разобраться, по крайней мере, в том плане, в котором он интересует нас как источник привлечения рефералов, создания команд. Вот здесь есть такая функция — просмотр роликов, которую я использую. Вот опять же, вот если сейчас нажать вот на этот просмотр, надо будет обязательно вот этот открывающий ролик просмотреть. Вот сейчас вот открылся у нас ролик, регистрация Begit, и с просмотра надо вот нажать и смотреть. Ты можешь выключить звук, но если уйдешь с него, вот звук можно выключить, а сам ролик надо просмотреть 30 секунд. И естественно, если у тебя тут заголовок не просто вот регистрация Begit, да, а что-то более завлекающее, но у тебя звук отключен, ну ты включишь звук и будешь слушать, о чем рассказывается. Если в течение первых 30 секунд ты сказал что-то интересное, то человек перейдет вот на канал YouTube, посмотрит твой ролик, посмотрит, о чем ты ему рассказываешь, и станет твоим партнером. То есть, опять же, один ресурс, на котором участники должны просмотреть ролик для того, чтобы заработать или для того, чтобы пройти квалификацию. Теперь вот на этих двух ресурсах, что на них еще хорошего? При выставлении рекламы есть выбор геотаргетинга, так называемого. Потому, ну, из-за того, что наши ролики, ну, мои ролики, да, или ваши ролики, которые вы будете снимать или перезаливать на свой канал, они на русском. Здесь есть функция выбора страны, в которую вы хотите транслировать ваш ресурс. Такая же функция есть и на этом сайте, на Easy Hit for You. И этой функцией надо пользоваться в полной мере. То есть для того, чтобы ваши кредиты не уходили в Америку или в Индию, где вас никто не понимает, вы можете и здесь выбрать те страны, на которые хотите транслировать вашу рекламу, вашу ссылку. И ее смотрят именно те люди, которые вас понимают, которые могут с вами связаться, которые могут задать вам вопрос и стать вашим партнером. Вот и вся нехитрая, так сказать, схема, которая, ну, не знаю, для меня она вполне работающая. Есть партнеры, есть команда. С грязного, так называемого, трафика тоже есть привлечение. Я показывал в своих обзорах. Там идут и с латинскими окончаниями на фамилиях, и с арабскими, и разными. Но это уже за счет того, что ты кинул вот сюда, на тот же, допустим, Easy Hit или на другой подобный сайт. Ну вот она что-то по-английски. Где она? Ну давай. Вот видите, я вынужден был бы вернуться и отключить ее, но я бы посмотрел, да, что здесь, о чем говорится. Вот так это работает. А с грязного трафика, так называемого, это только за счет того, что вы наткнулись на что-то новое, вот нету его, допустим, вот на этом сайте, и закинули эту рекламу сюда.
Тут идут все подряд, тут уже геотаргетинг не нужен. Это день, два, три работает. Вот если у вас новый ресурс, которого нету на этом сайте, то остальные участники регистрируются. Регистрируются, чтобы увидеть, как же там зарабатывать. Вот примерно вот так. И на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. На любые вопросы с удовольствием отвечу. Или хотя бы скину ссылку, где можно найти на них ответ. До свидания.